Всех приветствую, продолжая просматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Хосе Мария Финалера и Ибаньес. Испанский художник, известный в основном портретами. Родился 10 декабря 1851 года. Учился в настоящей Академии изящных искусств Сан-Карлоса. Позже, благодаря стипендии от депмиссии провинции Валенсия, он смог провести 5 лет в Риме. После этого он отправился в Париж, где обучился технике фотогравюры. В конце концов, поселился в Мадриде, где создавал дизайн для королевской фабрики гобеленов и оформлял популярное кафе «Форнос». В 1887 году переехал в Сантьяго де Компостелло, где зарекомендовал себя в качестве профессора в Школе изящных искусств и принял участие в Галисийском региональном движении. Это политические движения в Галисии. Я пользуюсь переводной Википедией. В основном писал портреты галисийских знаменитостей, таких как писатель Афредо Бранс, Эухенио Монтеро Риос, Хосе Карвальхаль и Хуэй и кардинал Мигель Пая и Рико. Написал серию статей о президентах экономического общества друзей Паиса. Позже он создал фрески в университете Сантьяго де Компостелло. В 1890 году женился на Консуэло Вилон и Гонсалес Пардо, представительнице галисийской знати. Был награжден золотой медалью и почетным дипломом на национальной выставке 1909 года. Умер 6 декабря 1918. Ну, вот так вкратце, данных немного, из переводной Википедии о Хосе Марии Финалера и Ибаньес, испанском художнике, известно в основном портретами. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.